Всем привет, меня зовут Дмитрий и это geekinsight.ru. В сегодняшнем видео я предлагаю продолжить тему выбора наушников. На этот раз я расскажу о максимально бюджетной модели Rhythmix RH508. Эти наушники в свое время наделали много шума на различных музыкальных форумах. Огромное количество людей, в том числе и достаточно компетентных, писали восторженные отзывы о звучании, ставя их по этому критерию в один ряд с гораздо более дорогими Creative Aur One Live. Напомню, что стоимость Rhythmix RH508 на момент выхода составляла всего-навсего 400 рублей, сейчас их можно найти в продаже за 800. Для сравнения, те же Aur One Live обойдутся вам минимум в 5000. Внешние наушники, мягко говоря, производят удручающие впечатления. Дешевый пластик, хлипкая конструкция, некачественные жесткие амбушюры, которые к тому же неплотно прилегают к ушам. Все это оптимизма, прямо скажу, не внушает. В общем, внешний вид ритмиксов абсолютно не вяжется с тем, как они играют, а играют они очень и очень достойно. Качество звука действительно очень близкое к Aur One Live от Creative. Чистое и обладающее глубоким басом. Как поговаривают в интернете, это заслуга тайваньской компании Yoga, драйверы чьего производства и были установлены в эти уши. Диапазон воспроизводимых частот здесь от 18 до 22 тысяч Гц. Сопротивление 32 Ома. Наушники можно использовать как с портативом, так и со стационарной аудиосистемой. Кабель, как вы уже догадались, несъемный, и длина его составляет 2 метра. Комплектация у наушников минимальная, что неудивительно для этого ценового сегмента. В нее входит чехол для переноски и переходник на джек 6,3 мм. Подводя итог, скажу, что Rhythmix RH508 просто отличные наушники с точки зрения соотношения цены и качества звучания. Так как найти что-то подобное за аналогичную или даже чуть более высокую стоимость не представляется возможным. Но к минусам, как вы уже, наверное, догадались, можно отнести неудобную посадку, дешевые материалы и хлипкую в целом конструкцию. Спасибо за уделенное внимание, с вами был Дмитрий и канал geekinsight.ru. Подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.